Элекс, Элекс, я здесь. So какой план? Подписывайтесь на канал Колпашки Колокол. Весьма вам благодарен. Вам не трудно, а нам приятно. И всем привет. Это канал шоу Easy Games. И мы начинаем новую рубрику «Игра-фильм». И это наш третий фильм. И это Need for Speed Underground. И мы не будем медлить. Погнали просмотр. Полетели. My name is Mark DeVellis, and I race in the Toyota Atlantic Series. I worked with the team at EA, tuning the cars for Need for Speed Underground. I may push the limits of my car on the track, but off it, I drive safely and responsibly. Save the racing for the track, and if you feel the need for speed, just play Underground. Эй, не спи, слышишь? Вон тот парень, это Эдди. Нет, ты глянь на него. Он чемпион, а чемпионов люди просто обожают. И дело не в машине, дело в стиле. Эй, неудачник. Ладно, бедняжка, может, я тебе и помогу. Только ты и я, один на один, деньги на капот и погнали! Хочешь стать лучше? Тогда тебе придется сделать этих ребят. Проиграешь, сам виноват. Усёк? Помните? Я только вперед. Ну что, хочешь такие железки? Тогда побеждай. Нет побед, нет запчастей. Нет, но молодцы. Я дал им шанс. Они его прохлопали. Думаешь, ты круче всех? Докажи. Может быть, я тебе помогу. Все это туфта. Такую байду любой может купить. Поверь мне, тебе это не упало. Эй, у меня есть то, что тебе нужно. Короче, ты же в курсе? Не все можно купить за деньги. Я единственная, кто сможет тебе помочь. Посмотри на себя, чувак. У тебя нет ни опыта, ни команды. Да и сам ты похож на придурка. И ты еще хотел мне что-то показать? Я тебе поверила! А ты? Вот значит как, да? До встречи на трассе, козел!
Чувак, ты меня утомил. Вот тебе пару баксов, возьми такси, так ты домой быстрее доедешь. Эй, такси! Ну, давай уже, давай! Не может быть! Ты выиграл! Выиграл! О-о. Берегись! Сделал это! Не могу поверить! Ты выиграл! Ты выиграл! Ну что, сбылась твоя мечта?